посольства и наблюдаем за ситуацией, которая здесь происходит. Кстати, посольство сейчас перенесли, оно находится не на Новинском бульваре, как раньше, а на Большом Девятконском переулке номер 8. Вот, мы можем увидеть здесь очередь, очередь небольшая, народу мало. Как это все выглядит? Вот мы можем наблюдать очередь. Очередь начинается вот с того края. Они заходят в арку и проходят через вход.